Ульяновске для подростков младше 16 лет ввели особый режим. Теперь им нельзя находиться на улице без присмотра взрослых поздно вечером и ночью. Нарушителей ловят милиционеры, и родителям приходится платить штрафы огромные. Правда, некоторые мамы и папы опасаются, что теперь во время летних каникул начнется настоящая охота на их детей. И сразу в подхват. Идет охота на детей, идет охота на этих грустных эмо и грустных ботов. И менты их ловят, и обратно к родителям приводят, и у них штрафы собирают. Прекрасно. Когда был Ленин маленьким с кудрявой головой, общался вечерами он со всяческой шпаной, теперь домой, как миленький, бежал бы прямиком. Прекрасно, что в Ульяновске пошли другим путем. Прекрасно вам! Пошли другим путем! Видимо, в Ульяновске очень опасные дети произрастают. Виноградник! Поэтому их запрещают прямо. Если бы Ильич пришел домой раньше 22 часов, он бы не встретился с этим поэтической Троцким. Правильно? И остался бы жить с этой, как ее. С Наденькой? С революцией, дурак. А нафига ему Наденька? Революция! Революция! Почему у меня не было такой замечательной драм-машинки? Поразительно. Я залез на броневичок и давай свой хип-хоп отчет. Поеду в Финляндию за сэмплами. Съезжу. Один интересный поворот. Новость не про Ленина, а про ментов. По поводу тех мигалок, с которыми будут всех развозить. Да. Школьная пора, и при всякой погоде после 10 гнали нас со двора. А я завис в отдаленном районе. Пусть меня домой увезут кто? Мы ус ора. Дело в том, что забирать нужно не всех. А только тех, кому меньше 16. Вот случай со мной приключился. Поздний час, половина первого, крадусь через проспект, пум-пум-пум, чё крадусь? Мне ж 30 лет. Приучили, понимаешь? Тем не менее, я бы хотел вот такую песенку. Там вдали за рекой загорались огни, в небе ясно. Окрестных дворов в паспортах себе даты меняла. Сотня юных бойцов из окрестных дворов в паспортах себе даты меняла.